Всем привет! Это передача «Заряд бодрости». Меня зовут Радмила. Я приглашаю вас на красивое, изящное занятие, которое называется «Пор-де-бра». У нас в гостях Елена Газизова. Привет, здравствуйте. Лен. Для начала давай расскажем, что такое «Пор-де-бра» для наших зрителей. Ну, вкратце хочу сказать, что это занятие доступно всем. Это занятие медленное. Достаточно интенсивная тренировка, включающая в себя элементы стретчинга, йоги, пилатеса, тай-чи и классической хореографии. Руки от классического балета в этом занятии. Есть ли какие-нибудь ограничения? Нет, ограничений в этом занятии нет. Уровень, он общий. Прогрессия строится постепенно от простого к сложному. Угу. И каждый может выбрать для себя тот вариант выполнения, который подходит на данном этапе. Угу. Чему будет посвящено сегодняшнее занятие? Я подготовила комплекс, который больше ориентирован на координацию и работу рук и корпуса. Угу. Отлично. Ну что же, присоединяйтесь к нам. Мы начинаем. Итак, мы начинаем из широкой позиции. Разверните стопы слегка наружу. Сонаправьте стопы и колени. И раскройте руки перед собой. Ощущайте пространство между руками и телом. Мы начнем движение рук, соединяя их с выпадом. Выпад делаем вправо, сопровождая его движением противоположной руки. Делайте вдох и выдох. Движение спокойное, соразмерное вашему дыхательному циклу. И мы повторим это еще 4 раза. Вдох. Вдох. Удерживайте таз ровно. И здесь движение ног изолировано от корпуса. Хорошо. Продолжаем траекторию руки. Делайте круг. Возвращайтесь в открытое положение. Другая рука. Еще два раза. И левая. И повторим еще 4. Немного углубляйте выпад и немного добавляйте амплитуду рукой. Дыхание спокойное и ровное. Реверс. Движение левой руки. Возвратное движение этой же руки. Правая рука. Немного усложните задачу, сопровождая движение руки взглядом. И обратно. Правая. Повторите еще 4 раза. Взгляд за левой рукой. И обратно. Шея длинная и легкая. Движение рук очень свободные. Почувствуйте руки летящими. Еще раз. И последний раз. Правая рука. Хорошо. Соедините локти вместе. Выдох. И поднимите руки, раскрывая их на 90 градусов в локтях. Возвратное движение. В сторону. Еще раз. Вместе вверх. Сближаем локти. Раскрываем руки. Еще 2 раза повторим это движение. Вдох. Выдох. Делайте движение рук без усилий. Выдох. Хорошо. И теперь начните движение пальцами вперед, скругляя спину. Выдох. И раскрываетесь ладонями вверх. Движение внутрь. И движение наружу. Еще 2 раза. Выдох. Вдох. Еще один. Выдох. Вдох. И мы соединим это движение с предыдущим. Снова сближаем локти и раскрываем руки на 90 градусов. Возвратное движение. И второе. Пальцы вперед, спина круглая. Раскрываемся ладонями вверх. Повторяем все еще раз. Локти. Обратно. Пальцы. Выдох. Вдох. Снова локти. 90 градусов. Возвратное движение. Пальцы рук вперед. Ладони вверх. Последний раз. Выдох. Раскрылись. И снова активные кисти. И раскрылись. Начните движение от левого локтя вправо и обратно. Влево. Сопровождаем это выпадом. Выдох. Выдох. И немножко ускоряемся. Движение, волна руками. Вправо и влево. Элемент напоминает движение тай-чи. Не правда ли? Вправо и влево. Мы немножко увеличим амплитуду. Поднимайте руки чуть выше.
И сопровождайте движение рук взглядом. 3, 4, еще 4, 3, 2. Снова чуть-чуть успокаиваем. Амплитуда меньше. Руки перед собой. 3, 4, 5, 6. Дыхание непрерывно. И снова замедляемся. Левая рука перед собой. Выдох. Две руки описывают круг. Поднимайте вверх прямые, но мягкие руки. И делайте наклон к согнутой ноге. Выдох. Здесь руки больше вверх, голова к коленям. Поднимаемся вверх и левой рукой вращаем себя в исходное положение. Правая рука – волна. Обе руки подхватили большой шар и подняли его наверх. На выдохе делаем наклон. Руки дальше назад, хороший проворот в плечах. И подъем от правой руки. И еще раз медленно. Выпад, подхват, вдох. Наклон. Левая рука поднимает нас вверх. Мягкий бок, ничего не фиксируем жестко. Выпад, обе руки, вдох. И снова наклон к согнутой. И подъем за правой рукой. Хорошо, возвращаемся в центр. Пальцы, выдох, ладони, локти. И раскрылись обратно. Локти, руки параллельно полу, внутрь, наружу. Еще раз также локти. Подъем, раскрытие, обратно. И кисти. Хорошо. И возвращаемся к нашему выпаду. Одно движение. Левый локоть, обе руки. Вдох. Подняли большой шар над головой. Выдох, наклон к согнутой ноге, голова ниже, руки выше. Левой рукой подъем вверх и плавно перетекаем влево. Колени мягкие, колени всегда мобильно. Жестко не фиксируйтесь. Вдох, наклон, выдох. Руки дальше назад, голову больше к колену. Правая рука делает подъем. Повторим еще раз. Одна, обе, наклон и спокойный подъем одной рукой. И еще раз влево. Выпад. Здесь ноги выпрямляются. Снова выпад. И подъем тоже будет через выпад. Мы чуть-чуть изменим это движение, добавим один элемент. Продолжаем также. Локоть, две руки, вдох. И теперь перед наклоном делайте подшаг левой ногой к правой. Делайте наклон с круглой спиной, голова к коленям, руки дальше. Выдох. Подъем и сразу отшаг. И заканчиваем как предыдущую комбинацию. Снова локоть, обе руки, ноги на месте. Делайте подшаг. Правая нога к левой, наклон. Спина круглая, голова к коленям и руки выше. И сразу шагаем одной ногой назад. И этой же рукой поднимаем себя вверх. И повторим еще раз. Волна, руки, подшаг, наклон. Перед подъемом сделайте отшаг обратно. И вытягиваем себя одной рукой мягко. Последний раз влево. Выпад. Подъем. Соединяем стопы. С круглой спиной наклон. Шагаем обратно этой же ногой. И поднимаем себя вверх. И только выдох и вдох. Выдох. Вдох. 2, 3 и 4. Руки в сторону, мы продолжаем делать выпад и добавляем боковой наклон корпуса. Взгляд опускайте вниз, почувствуйте, как хорошо работают ноги и мышцы центра. И мы сделаем так еще 4. 4. 3. Здесь удерживайте бока ровными, не скругляйтесь. 1. И снова в центре, выдох-вдох. Выдох. 2. 3. Хорошо. Последний раз. И снова раскрываем руки в сторону. Начнем сближать локти. Один раз раскрыть. Раскройте их обратно. И теперь соедините ладонь в ладонь. Делайте хороший подъем вверх. Вдох. Боковой выпад. Наклон к противоположной ноге. И подъем. И поменяйте. Выпад в одну сторону, наклон в другую. Еще раз. Хорошо. Вытягивайте бока и внутренние поверхности бедер. В центре опустите руки и раскройте их ладонями вверх. И один раз выдох-вдох.
Хорошо. Снова локти раскрыли. Соединяем ладони. Можно по-другому. И снова подъем вверх. И теперь мы останемся на правой ноге. Делайте боковой выпад и возврат. Следующий выпад. Добавьте движение рук. И обратно. Следующий выпад. К движению рук добавьте движение грудной клетки. Руки на ягодицу. Обратно. И выдох, вдох. Снова локти. И поменяйте направление. Снова меняйте положение ладони. Другой захват. Три движения влево. Выпад. Просто выпад. Второй выпад. Движение рук. Третий выпад. Движение грудной клетки. И возвращаемся по той же траектории в центр. Круглая спина. Раскрылись. Дышим. Выдох. Вдох. Локти. Выдох. Вдох. И еще один раз. И мы пойдем дальше в нашей комбинации. Вперед. И назад. Снова локти. Закрыли. Открыли. Соединяем ладонь в ладонь. Руки наверх. Снова движение вправо. И мы сразу будем делать наклон. Касание бедра. Возврат. Второй раз. Останьтесь в выпаде. Выпрямляйте ноги. Делайте наклон. Ладони к себе. Вдоль голени. Вдоль пола. Вдоль стопы. Ладони от себя. И поднимайте левую пятку вверх. Балансирующая позиция. И теперь мы хорошо работаем грудным отделом. Слегка опустите руки вниз параллельно полу. И на выдохе вес смещайте в левую ногу, не опуская пятку. Скругляйте спину, вытягивайте шею, плечи вниз. Выдох через верхнюю часть спины. Вдох. Снова руки наверх. И еще два раза. Выдох. Вдох. И еще один. Снова вверх. И делайте выпад через бок. Выход через бок. Руки по кругу. Выдох. Снова соединяем ладони и опять-таки меняем их положение. Другой захват. Влево. Два. Первый раз возвращаемся в вертикальное положение. Второй раз не возвращаемся. Останьтесь в выпаде. Выпрямите ноги. Раскройте ладони к себе. И затем вдоль бедра от себя, вдоль голени, вдоль стопы, вверх. И снова мы поднимаем правую пятку и находим не очень устойчивое положение, балансирующее. Вдох. На выдохе круглая спина. Вес назад. Вдох. Хорошо. Вытягивайте пальцы правой стопы. Здесь они испытывают нагрузку и растяжку. И шея остается длинной. Третье движение. Выдох из грудного отдела. Вдох. Опускаем правую пятку и выходим через бок. И снова дышим. Выдох. Локти. Вдох. Выдох. Пальцы. Вперед. И ладони вверх. И еще раз так же. Локти вместе, локти вверх. И пальцы рук вперед. Круглая спина. И раскрылись. Снова соединяем один раз локти. Сблизили, раскрыли. Соединяйте ладони. Еще раз подъем вверх. Выпад. Первый раз мы делаем возвратное движение. Второй раз остаемся в выпаде. Останьтесь. Развернитесь, выпрямите ноги. Ладони к себе. Ладони от себя. Левая пятка вверх. Балансируем хорошо, удлиняем пальцы. И три движения на выдох. Вес смещаем в левую ногу, сзади стоящую. Вдох. Два. Шея длинная. В каждом движении больше оживляем ребра и грудные позвонки. Опускайте пятку. Снова выпад. И левой рукой верните себя обратно. Одно дыхание. Соединяем ладони по-другому. И все повторяем влево. Выпад. Возврат. Хорошо, ноги работают, нагружайте их смело. Разворот, выпрямляем ноги, ладони к себе, ладони от себя. Вдох, правая пятка вверх. И три движения. Выдыхаем середины спины, вдох, вытягиваемся вверх. Еще два, хорошенько растягивайте лопатки в стороны. Эта область бывает часто сильно сжата. Последний раз, шея длинная. Опускаем правую пятку, через выпад возвращаем себя в открытую позицию. Снова локти. Выдох, вдох. Пальцы. И еще раз повторим. Выдох.
Вдох, выдох и вдох. Волна, волна. Руки вправо, выпад влево, вправо и влево. Остаемся на этом движении и входим в ритм. Пусть движение ведет ваше тело без напряжения, легко. Еще 4, 3, 2, 1. Мы делаем 3 раза. Вправо, влево, вправо. И круг рукой. Начните влево. Волна, волна. Третий раз. И левая рука делает большой круг рукой. Еще раз. 2, 3. Круг правый. И влево, вправо, влево и левая рука. Еще раз. 3 движения. Право-влево. Круг правой рукой. Задержитесь. Вторая рука. Разворот. И вытягиваем руки параллельно полу. Очень небольшое движение. Roll down до половины амплитуды. И подъем с ровной спиной. Руки чуть вперед. Пусть больше работает верхняя часть спины. Не перегружайте поясницу, не уходите глубоко. Третий раз. Волна. И выход. Круг рукой. Влево. 3, 2, 1. Левая рука. Круг. Открываем. Закрываем вторую. И небольшой доворот по диагонали. 3 движения. Roll down. И подъем. Колени мягкие. Пусть ноги остаются прямыми, но не выключайте их жестко. Ага, руки чуть-чуть вперед на уровне плеч. Это последний раз. Круг правый. И сразу переходим. Волна. 3, 2, 1. Снова круг. Открыли правую, закрыли левую и открылись по диагонали вправо. Снова 3 раза. Ныряем и поднимаемся с ровной спиной. Руки чуть-чуть вперед, так, чтобы кисть была в проекции плеча. Еще один раз. Поясница легкая. Работает верх спины лучше. Круг левый. И переход. Влево, вправо, влево. Круг рукой. Закрылись. Открылись. И делаем 3 движения. 1. Хорошо. Руки чуть больше вперед. 2. Пусть задние поверхности плеч хорошо ощущаются. 3. Круг правый. 4. И мы возвращаемся в широкую позицию. Правая рука проходит через центр в сторону. Левая рука. Закрываемся. Сразу же начнем движение левой рукой. Проводите взглядом. Рука перед собой. Сверху другая. Закончила движение, начала следующее. Круг. Вторая сверху. Она же перед собой. Правая сверху. Хорошо. Все то же самое. Правая рука перед собой. И вот здесь внимательно. Левая сверху. Мы снова раскрываемся. И теперь мы сближаем локти и раскрываем их в стороны. Вдох. Снова выдох. Сблизили локти и выходим по одной руке. Сразу же начинаем движение с левой. Круг перед собой. Правая. Круг сверху. Разворот небольшой по диагонали. И теперь обе руки вытягиваем вперед через локти, через пальцы. И раскрываем локти в сторону 90 градусов. И обратно выходим. Правая рука описывает круг. Снова правая. Круг. Перед собой. Левая. Закрылись. Открылись обе. Мы несколько раз повторим это движение так, чтобы оно вошло в тело легко и не заставляло бы работать слишком сильно голову. Правая. Хорошо. Раскрываемся. Обе. Вперед. Отлично. В сторону. Выход. Хорошо. И дышим. Пальцы вперед. Выдох. Расслабляйте плечи. Локти сблизить. Верх спины круглый. Немножко смягчайте грудной отдел. И еще раз так же. Пальцы вперед, ладони вверх. Локти вместе. Локти вверх. Хорошо. И снова раскрылись. И открыли в стороны. И снова делаем круг. Правая. Левая. Две руки. Выехали через пальцы. Раскрыли. Обратно. По одной руке выходим. Та, которая закончила, начинает движение. Перед собой. Вторая позиция. Теперь выпад. Обе. Вперед и в сторону. И возврат. Одна рука делает
круг. И мы немножко продолжим это движение. Круг. Добавим чуть больше работы корпуса перед собой. Снова обе руки раскрыли и оставили. Мы будем делать выпад и вращение грудной клетки влево. И затем возвращаемся чуть в диагональ. И еще повторяем. Два. Три. Локти удерживаем ровно. Проекции с плечами. Четыре. И выход так же, как было. Одна рука описывает круг. Она закончила движение, начала следующее. Перед собой. Вторая сверху. Закрываемся и снова открываемся. И затем снова вытягиваем руки через пальцы вверх. Пауза. К выпаду добавляем поворот грудной клетки. Четыре. И пусть поворот идет больше за счет мышц живота, за счет ребер, меньше плечами. Еще два. Ага, локти 90 градусов. Отлично. Один. Очень красиво. И выход. Тут аккуратнее. Вытягиваем руки. И правая описывает круг. И еще раз. Правая. Левая. Обе. Выдох. Вдох. Четыре поворота. Четыре. Взгляд на левую кисть вверх. Еще два. Включаем в работу косые мышцы живота. Последний. И выход через левую руку, через круг. Снова она же начинает. Подхватывает правая. Ага, выпад. Обе. 90 градусов локти. Отлично. Четыре поворота. Один. Левый бок остается длинным, несмотря на то, что мы его наклоняем. Два. И еще один. Четыре. Мягкий выход. Чуть удлинили руки. Правая сделала круг. Выдох и вдох. И снова волна. Волна. Три, четыре, пять, шесть, семь. Медленно. Одна волна. Обе руки. Снова подхватили большой шар. И хороший наклон. Выдох. Обратно подъем. Левая рука возвращает нас в исходное положение. Один раз. Волна. Обе. Наклон. И подъем по одной руке. И еще раз. Легко. Чуть можно больше сделать выпад. И попробуйте сделать наклон к прямой ноге. Хорошо вытягивайте заднюю поверхность бедра. Выход через выпад. Отлично. И в другую. Волна. Обе. Наклон к прямым ногам. И спокойный, аккуратный выдох. Локти в центре. Выдох. Два. Хорошо. Расслабляйте руки. Почувствуйте, сколько новых тонких движений ощущают руки, плечи, лопатки. Снова соединяем ладони. Вытягиваемся вверх. Боковой наклон. Хороший наклон. Движение по кругу. Обратно. Еще раз по кругу. Остаемся в выпаде. Выпрямляем ноги. Наклон. Ладони к себе. Ладони от себя. Левая пятка вверх. И снова дышим центром спины. Выдох. Лопатки в стороны, плечи вниз. Вдох. Еще два. Выдох. Вдох. Еще один. Нам нужно снова вернуться в выпад. И левой рукой поднять себя обратно. Один раз локти. Соединяйте ладони по-другому. Наклон к противоположной ноге. И возврат. И еще один раз. Остаемся в выпаде. Разворот, наклон. Ладони к себе, ладони от себя. Правая пятка вверх. Сзади носок. Три раза. Вес смещаем в опорный носок правый. Хорошо вытягивая пальцы. Еще два. Еще один. Хорошо. Вверх опускаем пятку и выход. Выдох. Вдох. Локти. И второй раз. Сблизьте локти и разверните ладони от себя. Движение вдоль пола. И знакомый выпад. Выпад и наклон. Локти расталкивайте в стороны. И ладони расталкивайте в стороны. Два. Еще один. Наклон влево. И выход. Возвращаемся во вторую позицию. Снова локти.
вращаем кисти от себя. И наклон в одноименную сторону, к согнутой левой. Три. Наклон делайте больше за счет мышц центра, меньше руками. Еще один стоп. Наклон к другой ноге. И выход. И повторим еще раз. Кисти, ладони, три наклона. Хорошо работают мышцы центра. Стабилизируем себя, чтобы не падать. Остались в наклоне. Движение корпуса в другую сторону. Удлинили руки и вышли. И один раз мы это делаем влево. К центру, от себя. Руки активны, локти мягкие. Три. Два. Еще один раз останемся в боковом наклоне. В другую сторону удлинили руки и вышли. Выдох. Вдох. И снова волна-волна. Этим движением мы будем постепенно собираться к центру. Подтягивайте одну ногу, другую. Подходите. И делаем еще четыре. Три. Почувствуйте, насколько подвижны ребра. Грудная клетка. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. И теперь только начните движение плечами. Только самое начало, не амплитудно. Выдох. Вдох. Поворачивайте руки и направляйте запястья друг к другу. Хорошо. И мы пройдем чуть дальше. Соедините запястья вместе. Поднимите руки выше. Почувствуйте растяжку в кисти, лучезапястном. Делайте вращение пальцы к себе, пальцы наружу и откройте ладони. Открытой кисти. Снова движение от себя вдоль бедра, вдоль голени, вдоль пола. Вдох. И та же позиция рук. Мягкие локти, активные ладони. Делайте боковой наклон вправо, влево. Возвращайтесь в центр. Из активной позиции поменяйте руки на третью. Мягко, без напряжения пальцев. Опускайте локти и спокойно опустите руки. И снова мы сближаем запястья. Поднимаем руки выше, вращаем их изнутри наружу и открыли ладони. Ладони от себя, движение вдоль бедер, голени и стоп по полу. Поднимаем руки вверх. Здесь позиция достаточно активная, но локти не запирайте. Разверните через пятку правую ногу на 45 градусов. И снова делайте боковой наклон, немного смещая себя в стопу. Хорошо, вернитесь к центру. Разворачивайте только левую ногу без разворота корпуса. И снова наклон. И немного смещаем себя в ногу. Хорошо, еще раз повторим вправо. Разворот. Смещение центра тяжести. Небольшой наклон. Так, чтобы усилие переходило в переднюю часть стопы. Левая нога. Наклон. Возвращаемся к центру. Руки открыли. Третья позиция. Мягко. Локти. 90. Опускаем ниже. Выдохнули. Еще раз. Запястья. Кисти вверх. Разворот. Показали. Ладони от себя. Вверх. Открыли. Снова вращаем правую ногу. Первое движение мы делаем так же. Чуть смещаем центр тяжести. Небольшой наклон. Хорошо. Теперь поднимите вверх правую пятку. Сделайте ротацию корпуса и сделайте на выдохе скругление спины, немного сгибая ногу в колени, левую. На вдохе возвращайтесь. Опускайте пятку. И возвращайте в закрытую позицию. Левая нога, разворот. Первое движение. Центр тяжести в стопу. Небольшой наклон, взгляд вниз. Возврат. Шестая позиция. Еще раз разворот. Поднимайте левую пятку. Корпус к ноге. И затем, скругляясь, оттягиваем центр туловища назад, плечи в сторону, лопатки в сторону, плечи назад. Подъем корпуса, пятка вниз, центр. И снова третья позиция. Мягкие, легкие руки, кисти. И мы добавим немножко работы руками еще. Через кончики пальцев делайте движение крылья журавля. Хорошо. И расталкивая ладони в стороны, почувствуйте, как хорошо вытягивается шея. Хорошо. Теперь соедините кончики пальцев с некоторым усилием. Локти опустите вниз, кисти вверх. Теперь снова сближаем локти, растягивая, расширяя верх спины. Это выдох. И на вдохе возвращайтесь в предыдущее положение. И раскройте пальцы рук, растопыривая их максимально в стороны. Еще раз. Крюк. Сближаем локти. Расширяем область между лопатками. И снова разворачиваем руки.
И сделаем еще один раз. Выдох. Усилие в кончиках пальцев. Вдох, раскрылись и развернули руки. И немного побудьте так. Почувствуйте усилие рук, расталкивают воображаемые стены. Шея освобождается. Выдох. Мягко опустите локти. И опустите кисти. Последний раз. Выдох. Вдох. Разворот. И теперь соедините все эти движения в непрерывный плавный поток. Почувствуйте, что это похоже на танец. Правая стопа. Выдох. Правая пятка. Поворот корпуса. Выдох, наклон. С некоторым усилием оттягивайте себя назад. Сначала вверх корпус, затем вниз пятка, возврат. Левая, центр тяжести в пальцы. Левая пятка. Вращение корпуса и наклон. Выдох. Вдох. Опускаем. Возвращаемся. Смягчили кисти, шею, плечи. Локти 90 градусов. Начинайте движение с кончиков пальцев. Крылья. И несколько секунд создайте хорошее вытяжение через запястье. Снова крюк. Выдох. Разводим руки в стороны и снова разворачиваем ладони. Выдох. Большой палец приближайте к остальным. И здесь хорошо отделяйте большой палец от остальных. Еще один раз. Выдох. Вдох. Опустите кисти и расслабьте руки. На этом наше занятие завершено. Спасибо огромное, Елена. Очень хорошую мы дали нагрузку на плечевой пояс, на руки. Чувствую, что движение чувствительность увеличивается. Да, увеличивается. Я очень рада. Значит, мы сделали все правильно. Спасибо большое. Спасибо, что присоединились. До свидания.